Группа студентов Колумбийского университета – представители 17 стран, в том числе США, Германии, Испании и Аргентины. В Китай они приехали по программе обмена. Уже познакомились с Пекином, а потом отправились в Чэнду, столицу провинции Сычуань. Иностранные студенты побывали в заповеднике Пант, увидели древнюю ирригационную систему Дудзаньянь, построенную 2000 лет назад. Попробовали себя в традиционном искусстве приготовления чая, а также даосских боевых искусствах. Через искусство люди могут выражать свои эмоции. Это отличный способ для иностранцев понять Китай. Надеюсь, у моих друзей тоже будет возможность приехать сюда. В местной школе Цинчэншань в 2011 году побывали председатель КНР Си Цзиньпин и Джо Байден, который в то время занимал должность вице-президента США. Теперь же студенты Колумбийского университета сыграли здесь баскетбол с местными школьниками и попробовали научиться традиционной технике окрашивания ткани тай-дай. Думаю, баскетбол – отличный способ для нас сблизиться и подружиться. Правду говорят, спорт устраняет разногласия. Студенты Колумбийского университета – это лишь первая группа из восточной части США, посетившая Китай в этом году. В ближайшие 5 лет Китай намерен пригласить 50 тысяч молодых людей из Соединенных Штатов для участия в программах обмена и обучения. Об этом в ноябре прошлого года заявил председатель КНР Си Цзиньпин.